Вы мне номер заявки можете сказать? И кто принял жалобу на аварию? В смысле жалобу на аварию? Муслит принял заявку. Вы приняли. Вы диспетчер. Росгентур, моя фамилия. Я уже вам раза три сказала. Или имя сказала, или фамилия. Вы сказали, что вас зовут Джульетта. Зовут Джульетта, правильно. Диспетчерская, слушаю вас. Да, я вас слушаю. Да. Это я уже сколько, минут 40 пытаюсь понять номер заявки. Житель нашего района стоит здесь и снимает меня, отвлекает от работы. У нас отопительный сезон начался. Неправда, я пытаюсь как понять номер заявки. Вы сейчас здесь? Номер заявки скажите, я вам оставил аварийную заявку. Я не слышу на том проводе, я разговариваю, я не слышу. Вы меня так вы мне скажите информацию, я уйду. Ну, ну надо же. Он известный, вы его знаете на районе, отвлекает меня от работы. Она не, мне не говорит номер заявки, аварийный, у меня лифт сломался. Где дайте ваш лифт сломался? Я передала... Паршина 31-1. Заявка... Номер заявки мне дайте. Номер один. Заявка номер... И кто принял ее? Мослифт принял. Вы приняли. Как вас зовут полностью? Ну вот так уже минут 20. Так скажите, дайте мне информацию. 58, да. Ваши сотрудники матом со мной разговаривают. Какую информацию вам дать-то? Кто принял заявку? Номер заявки. Номер заявки один, я услышал. Я вам сколько раз уже сказал. Номер заявки. Кто принял? Мослифт, заявка передана. Вы от меня еще что хотите? Из диспетчеров кто принял? В Мослифте кто принял заявку? Вы. Как вас зовут полностью? Я вам сказала, как меня зовут. Меня зовут Джульетта. Уже сколько раз вам сказать? Полностью мне нужно. Как у вас есть имя, будет? Отчество и фамилия. Я вам сказала и фамилию, и имя. Я вам больше ничего не скажу. Если вам нужны все данные, пожалуйста. Дайте нормальный мне ответ, и я уйду. Начальство даст вам мои данные. Я вам уже все скажу. Вы должны сказать. Я вас слушаю. Я вам ничего не должна. Вы диспетчер или так посидеть пришли? Вы меня отвлекаете от работы. Ну, я надо с жителем же разговариваю. Ну надо же. Я слушаю вас. Отопительный сезон, и мы должны из-за этого страдать. Вот, общение с диспетчером строго через окно. Я туда не заходил, ничего не нарушил. Значит, общение с диспетчером возможно, но я ей мешаю. Приходят другие люди, дают. Ей не мешают. Она все им дает, всю информацию. От меня скрывает.